Ось, бачите, яка я гарна, червона, опалена сонцем. Трошки пригреблась, зараз ще треба замітати і помити підлогу. Речі вже вечором зберу. На вулиці дощ, то добре. Ось, вид ззаді. Червона, видно, що була нам. Знаєте, я тут тільки що поміняла 250 злотих на 101 лев. І тут вигідніший курс, ніж в Варшаві. Бо якби я поміняла 800 злотих своїх, то я б отримала 320 левів, а в Варшаві 310. Сьогодні останній день, останній. Тут, звісно, водорослі і дофіга. Повітря. Дуже багато поляків проходить. Таке моло. Сонце хоч і не світиться, але відчувається. Треба взягати панам. Добре брати з собою панаму, бо без неї просто біда. Гарно. Такий транспорт водний. Я не хотіла плисти на такому транспорті. Ох, як його качає. На таких хвилях. Стрьомнавасто. Відкритий просто так стрьомнавасто. Але так качає. Сьогодні вже останній мій день тут, в цьому місяці. Завтра я відлітаю. Такі чудові ружі, троянди. Тут все з трояндами, ну все, цукерки з трояндами, парфуми, олійки з трояндами, чаї гербати з трояндами, попросту все. Країна троянд. Дуже мені сподобалось, незважаючи на те, що я підгоріла, але то тільки тому, що було пекуче сонце. І після дощу, і хоч в ці дні було дощ, але дуже багато сонця, можу сказати, що мені дуже сподобалось. Можливо, я ще подумаю над Болгарією. Хоча ж наступний місяць я 100% не поїду нікуди.
бо потрібно попрацювати плідно і заробити грошей. Але в Болгарії ще повернусь. Я би хотіла в Несебрі побувати. Не знаю, коли і як. Але хіба вже не в цьому році. Бо сезон тут до червень, липень, серпень, вересень. Але вже в цьому році я не захочу поїхати. Я в цьому році ще захочу поїхати десь на трошки інше море. На даний момент, поки я не забронювала нічого, я не буду казати. Але вже хотіла бути в готелі, де все включено, шістко вончоне, щоб відпочити трошки по-іннему. Отак от сидіти комфортно. Тут так водою вилизаний берег і є таке місце для сидіння на капцях. Сидиш і море тебе гладить. Ще якась дерев'яшка плаває під ноги мені. Море мені хоче дати підставку під ноги. Така карета. Я не хотіла на коню кататися. Наче в селі. Всім привіт. Я така вся в зеленому, зелено-синьому. Так добре тут сидіть. Я так вже спеклась, нажарилась. Сонця було мало, але воно таке пекуче, що вистачило мені й того. Сижу на такій лавочці добрій. Ще потрібно купити щось, якийсь бутерброд. Я там бачила в магазині, щоб в аеропорту з'їсти. І все. І день добрий, Варшава. І вже завтра, післязавтра вже я йду до праці, потім два дні працюю, потім йду до стоматолога і два дні відпочиваю. Але не зовсім відпочиваю, бо є зайнятість. Ніч. Зосталось півгодини до таксі, п'ю каву, зібрала рюкзак, а це додатково буду якась під курткою проносити. Бо не знаю, як то вдасться. Вдягнула дві сукні, таку жилетку і трохи не влізло. Рюкзак, звісно, важкий. Але, надіюсь, все буде добре. Ну, я без пригод не можу. Сьогодні так я перепугала, що страшне. Я вже в аеропорту Бургаса приїхала раніше, бо я так переживала. І не напрасно. Я вам скажу так. Завжди, щоб у вас були і гроші на телефоні, на міжнародні дзвінки, і надо, буду по-русски, щоб всі поняли. Надо, щоб завжди у вас були гроші на телефони, на те, щоб позвонити куди-небудь на міжгород, на другий номер. В общем, щоб у вас завжди інтернет був, бо
в общем, чтобы вы всегда были на стрёме, когда вы в поездке. Только теперь я осознала, что когда ты едешь через турагентство, ты лишаешься многих-многих проблем. И эти проблемы связаны с организацией всех перелетов, посадок, отъездов, выездов. Сейчас такая прекрасная погода. Дождик идет, мне так хорошо, потому что я перенервничала капитально. В общем, договорились мы с хозяином, что я ключ засуну под дверь. Сниму с трех ключей один ключ, закрою дверь и засуну. Но так как я вечером никуда не ходила, я не знала, что два остальных ключа – это от входа двери, от подъезда и от форточки. Когда я засунула ключ, я вышла спокойно, двери все закрыты. Я просто в ловушке. Это хорошо, что я общалась с девочкой с магазина. А, и всегда общайтесь с людьми. Это самое важное. Если вы не будете иметь контактов, друзей, с которыми вы можете связаться, попросить о помощи, то вам жопа просто. Люди – это самая большая ценность. Не деньги, не миллионы. Просто обычные люди, живые. И обычные человеческие отношения важны. И я с этой девочкой с магазина как-то так сдружилась. Что она такая открытая, общительная. И она шла на контакт больше, чем я. Ну, я такая более... Ну, короче. И, в общем, вышла я, все двери закрыты. У меня паника. Я давай звонить этой девочке. Я давай звонить хозяевам через Airbnb. Благо, там есть функция нажатия на кнопку, и ты звонишь хозяину. И он просто видит, что звонок с Airbnb. Ну, короче. Я давай бегать по всем соседям, шуметь там, стучать во все двери. Никто вообще не выходит, не открывает, меня трясет уже. Но это все случилось за 10 минут. Плюс я заказала такси. Такси приехало в аэропорт так быстро, что даже полчаса он ехал просто объездной дорогой. Важно, чтобы всегда были деньги на такси и на все. Поэтому в следующий раз я поеду через турагентство. Я манала эти, блин, нервы. Короче, в итоге я через... Хорошо, что я накануне вечером с девочкой через WhatsApp, она моя соседка. И она хозяйка магазина, я в нее покупала масла всякие, все. И я с ней в WhatsApp общалась там. Просто я ей там что-то помогла, подсказала. И я ей давай звонить в WhatsApp, давай туда-сюда. В итоге она проснулась и пишет, что случилось, типа. Я говорю, я не могу выйти, я говорю, закрыто в ловушке. В итоге, короче, она, я бегу. Она такая очень-очень хорошая, она мне, давай я тебе то, давай тебе то, давай тебе крем дам. Я говорю, не надо мне уже, давай вина дам. Я говорю, да я не пью. А хозяева, конечно, это косяк ихний, хотя это и мой косяк, потому что я должна была уточнить, откуда эти ключи. Но получается так, что это самолеты прилетают. Получается так, что я должна, получается, выйти, открыть двери, зайти. Была назад, надо взять вещи, засунуть ключ под это, выйти, а вдруг бы кто закрыл двери. Ну, то есть, это косяк хозяев. Видимо, у них никто так рано не уезжал. Но я должна в отзывах написать им. Я не могу не написать. Я напишу, что все было отлично. Но скажи, если вы будете ранним рейсом, то пускай вам лучше приходят, открывают власники мешкання того. Потому что это дурдом. То есть вот такие моменты могут быть. И это супер хост, это нормальный хост, просто шо. Ну, нормальный хозяин, просто шо. Такие косяки, которые непродуманные. Подъезд закрывается, дверь входная закрывается. Ты можешь, допустим, выйти, все пооткрывать, закрыть ключом двери и зайти назад.
а двери за это время могут закрыть. То есть, если ты один, то надо очень быть внимательным. Табакланы тут летают. Мне они так нравятся, типа летающие гуси. Короче, вот уже мне кто-то пишет. А, нет. Ну, в общем, все равно я жду. Стойку регистрации, она открывается в 7.30. Мне вылет 9.30, в 7.30 открывается стойка регистрации. Но я спокойна теперь, что я уже в аэропорту, потому что автобус 6.10, и приезжает он там в 7 часов, допустим. В 7.30 открывается стойка регистрации, это нормально. Но я бы переживала так, что просто... Я заплатила за такси 50 левов, это вообще дешево, хозяева помогли. Они молодцы, просто что один человек в редкости путешествует. А если путешествует, то... Короче, либо рейс должен быть обедней, либо следить за вот этим. Я должна все-таки написать, что надо следить за дверями, чтобы их не закрывали, чтобы никто больше не попался. И все так сложилось хорошо. Я думаю, как хорошо, что я общалась с этой девочкой. А если бы я с ней не общалась, вообще никого не знала там. Это хорошо, что оказалось, что она в моем подъезде. Если бы она в другом подъезде. А хозяева, наверное, в Бургасе живут. Они бы не приехали бы так быстро. Ой, ну я бы, конечно, кипиш подымала. Они, им бы пришлось приехать и отвезти меня в аэропорт, наверное. Но это я так думаю. Короче, я очень разнервничаю. В следующий раз я буду через турагентство. Потому что там хотя бы трансфер, отель, все это следится, подбивается. Хотя, по сути, то просто надо было... Если бы я хоть раз вечером вышла, я бы знала, что дверь закрывается. Но я не выходила. И я даже не подозревала, что они могут быть закрыты. И хорошо, что я все заранее. Если бы я не была такой паникершей и все заранее не делала, то я бы просто... Последнюю минуту вышла, дверь закрыта и все. Труба. Тут такой морской воздух даже в аэропорту. И дождь. Дуже гарний аеропорт. Мені щось подобається, бо є тераса. Я за цей рейс зрозуміла, ніколи я не буду не брати багажа, а тільки ручна кладь. У мене рюкзак мій розривається, речі нема куди діти. То кав'ярня така. Більше я так не зроблю. Завжди буду брати багаж. Бо це не діло. Будь обвішаною сумками, наче, блін, я не знаю. Ось я, у мене куча речей. Я не знаю, куди їх діти. Їдемо додому. В гостях добре, а дома краще. Вже я дома відпочиваю, загоряю в носочках. Палець чогось у мене почав боліти. Замотала ліками. Ой, втомилася, як в тім вірші. Не спочивать. Щось згадується вірш. Втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандивала. Івана сина годувати, так і я. Нагодувала себе, наїлась і лежу. Така дорога втомлююча, бо доїхала до Варшави Західній. А потім, як стала йти від того перону, Боже,
там ремонт якийсь, і йти потрібно, може, 2 кілометри до автобусів. То поки дійшла, так жара пече, шкіра моя вже злазить. Ще такий ранок був турбуючий, що я не могла вийти з квартири. Із-за тих ключів, за закритих дверей, закритих дверей. Але, слава Богу, все добре. А завтра в працю, на роботу. По прильоту той офіцер таможений провіряв паспорт і питають, а що Варшаву? Що там робите? Я кажу, працюю. Вона де? І так допитався, потім я йому показала карту побиту, і він все сказав. Щасливої вам дороги. Все добре. Ясно же добре. Я стільки ту карту чекала. Вимучена карта. То ясно же добре.